Если вы хотите попробовать новое интересное блюдо из орехов и курятины, то вам сюда. Перед вами пошаговый рецепт приготовления фисинджана. Поехали! Чтобы приготовить фисинджан в домашних условиях, нужно приготовить ореховую массу и мясные шарики из куриных грудок и лука. Затем надо все сварить. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Пропускаем грецкий орех через мясорубку. Кипяченую воду и лимонную кислоту перемешиваем с орехами. Настаиваем, когда смесь станет фиолетового цвета, можно приступать к следующему этапу. Пропускаем через мясорубку мясо с мелко нарезанным луком и месим из них шарики. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. В кастрюле кипятим воду с маслом и кидаем туда мясные шарики, варим до готовности. После этого добавляем в кастрюлю ореховую массу и держим в течение 15 минут на малом огне. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Куриная грудка – 700 грамм. Грецкий орех очищенный – 200 грамм. Лук репчатый – 1 штука. Лимонная кислота – 1 чайная ложка. Вода – 2 стакана. Количество порций – 2-3. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачи, друзья, заходите.